Слушай, Алиса, что думаешь про аннексию Украины? По данным русской Википедии, Деонексия – автомобиль малого класса, разработанный немецким концерном Opel и впоследствии модернизированный южнокорейской компанией Deo. Слушай, Алиса, что думаешь про вторжение на Украину? Давайте про что-нибудь другое. Слушай, Алиса, что думаешь про аннексию Украины? Воссоединение Украины с Россией – историографический и публицистический термин, которым обозначают события, заключавшиеся в переходе реестрового войска Запорожского и части подконтрольных ему территорий современной Украины в российское подданство в 1654 году. Кайлович М.И. называл это событие присоединением Западной России к Московскому государству. Ответ нашла на wikipedia.org. Спасибо. Пожалуйста. Рада, что вы у меня.